пленница мужского клуба. Автор – Лили Рокс. Больше месяца назад Ангелина познакомилась с красной комнатой. Здесь участники закрытого БДСМ-клуба делают жуткие вещи, и девушка стала их жертвой. Воспоминания о тех событиях режут сильнее ножа. Насилие, побои, безграничная жестокость. Все, чтобы удовлетворить собственные извращенные сексуальные потребности. Вдвойне больно от того, что со всеми этими унижениями Ангелине приходится мириться. Иначе ее просто убьют. И как же глупо, что она влюбилась в своего босса Вячеслава. В красной комнате он каждую неделю делает с ней то, о чем не говорят вслух. Но, глядя на него, она все еще видит сильного страстного красавца, мечту любой женщины. Быть может, он не такой плохой человек, каким старается показаться. Ведь у него тоже есть чувства. Наверное, он ее даже любит. Но оправдывает ли его это? У Ангелины два пути – оставаться покорной игрушкой или вновь попытаться сбежать от Вячеслава. И она даже не знает, что хуже. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.